Когда-то непобедимая военная машина Гитлера теперь отступала. Союзники на Западе и Россия на Востоке сжимали в стальные клещи потрепанные остатки армии Рейха. Последние надежды Германия возлагала на оружие возмездия. Ракета Фау-2. Такого оружия мир еще не видел. Это был огромный скачок в истории военной техники. Непилотируемые снаряды, летящие со сверхзвуковой скоростью, разили без предупреждения. В отчаянной попытке повернуть ход истории вспять, нацисты выпустили более 3000 ракет. Эти ужасные снаряды ударили по Антверпену, Парижу и Лондону. После высадки десанта союзников в Нормандии пусковые установки были захвачены, и Англия оказалась вне досягаемости. Однако союзники готовились к будущему, к следующей войне. В ходе сверхсекретной операции «Скрепка» американцы вывезли в США лучших ученых-ракетчиков Германии. Многие из создателей проекта Фау-2 уже были эвакуированы, но не все. Берлин, окруженный советскими войсками, сдавался квартал за кварталом, и до полного поражения оставалось лишь несколько дней, после чего ученые, не успевшие эвакуироваться, попадут в руки русских. Я должен был этому помешать. Генерал-майор Ганс фон Айзенберг тайно договаривался о безопасном коридоре для своей команды. Пятерых руководителей программы Фау-2. Он встретился со своим русским связным у Бранденбургских ворот. Это был мой единственный шанс уничтожить его, прежде чем он сможет заключить сделку. Я был готов, собран и уверен в себе. Я еще не подозревал, что это задание станет самым сложным из всех, за которые я брался. Rausgekommen? Ich weiß es nicht. Nicht wesentliche Kommunikationen sind verboten. Wenigstens keine schlechten Nachrichten, oder? Keine Nachrichten, das ist alles. Ich will nicht daran denken. Was war das?
Фон Айзенберг был пунктуален и даже не подумал спрятать свою мерзкую рожу. Впрочем, как и русский связной. Они были как на ладони. Одно нажатие на курок, и прощай, генерал-майор. Мне нужно было лишь выбрать подходящий момент. Площадь была окружена зданиями, так что о ветре можно было не беспокоиться. Я задержал дыхание, чтобы прицелиться, а затем... огонь. Malam
фон Айзенбергом было покончено. Но я понимал. Теперь и немцы, и русские знают о моем присутствии. Оставалось еще четверо. Разведка передала мне мою следующую мишень, доктора Гюнтера Крайдля, эксперта по ракетным двигателям. Он предпочитал передвигаться по городу в сопровождении бронетехники. Мы полагали, что у него есть документы, которые могли привести меня на завод по производству ФАО-2, где прятались еще трое ученых. Я определил точку на маршруте, где можно было заложить взрывчатку и остановить конвой. Естественно, этот район охранялся. Но другого я и не ожидал.
werde dich finden.